Друзья и поклонники таланта Жана Поля Готье собрались в Париже, чтобы оценить осеннюю коллекцию мастера Мила Йовович, которая остается одним из самых преданных и дорогих друзей дизайнера, пришла на показ вместе со своей дочерью Эвер. «Я всегда прихожу поддержать Жана Поля, если смогу. Я так рада, что смогла посмотреть эту коллекцию. К счастью, шоу устроили в дневное время, поэтому моя малышка смогла впервые посетить такое мероприятие». Черпая вдохновение из балета «Лебединое озеро», Готье представил на суд ценителей моды коллекцию платьев, украшенных меховыми вставками. На моделях красовались головные уборы, отделанные перьями. Другие творения мастера напоминали охотничий наряд со свободными куртками и капюшонами на меху. Французский дизайнер погружает зрителей и в мир русской имперской моды. Некоторые изделия достойны царского гардероба. По окончании показа Готье поприветствовал поклонников и умчался на презентацию своего нового аромата – кокорико.